Минивэн – это универсал повышенной вместимости. И, честно говоря, я не стану сегодня вас грузить, ну, тактико-техническими характеристиками, типа диски, какого диаметра стоят, какой двигатель стоит. Не в этом преимущество этого автомобиля, хотя двигатель здесь хороший, 1.8, 140 лошадиных сил. Благодаря этому двигателю мы вот в текущий момент зарубаемся с BMW 525i. Ну, ничего, что в прошлом корпусе, а у 525 там, по-моему, по 200 кобыл. И вот, пожалуйста, вот такой легкий обгон. И время ушло для набора скорости от 100 до 140 совсем немного. О чем это говорит? О потрясающих динамических характеристиках минивэна, между прочим, который, собственно говоря, не предназначен для того, чтобы гоняться, но есть и такая возможность, можно, вот, допустим, включить режим спорт. Чпок! И полетели. 6 лет на вырост. Вот она концепция Opel Zafira. Стартовав в 1999 году, каждые 6 лет менялось поколение Zafira, выросшей на базе Opel Astra G. Компактный минивэн, рассчитанный на 7 мест, 3 ряда. Машина пошла очень даже неплохо, уступив в Европе первое место только Ford Focus. Да и в России раскусили такого Opel. Первое поколение этих венчиков в действительности распространилось по всему миру. Да потому что тогда все перло, и делалась она на базовом германском Бочуме, в Живице Польши, Районге Таиланде и Сан-Хосе Дон Кампас Бразилии. Ну а раз продавалась она по всему миру, то также известна как Chevrolet Zafira и Набира, Holden Zafira, Subaru Travic и Vauxhall Zafira. Эта Zafira поколения B продавалась с 2005 по 2011 год. Сходу в 2006 в Великобритании она стала лучшим по продаваемости новым автомобилем. А затем на яйца GM наступил Volkswagen Touran. Первоначально задумчивый автомобиль, однако, имел возможность быть и весьма пуляющим с двухлитровым турбовиком в комплектации ОПС, выдающим даже более чем дизельные 320 ньютонов на метр и 240 лошадиных сил. Хотя для минивенчика более радует возможность приобрести метановый Zafira. Но если вы хотите приобрести экологически чистый автомобиль, то Евро 5, 1.7 CDTI Ecotec и 134 грамма на километр. И очень мало дизельных лошадок при 4000 оборотов. На сегодняшний же день более интересно третье поколение Zafira. Еще более интересно та, которая на метане может проехать 530 километров. Но это уже совсем другая Zafira.